Этим утром мы выполним еще один полезный комплекс у стены. Первое упражнение. Подходим к стене, прижимаем лопатки и поясницу, руками тянемся наверх. Остаемся в том же положении, начинаем сгибать и разгибать руки. А теперь на вдохе мы тянемся наверх и на выдохе выполняем наклон к прямым ногам. В следующем упражнении колено подтягиваем к грудной клетке. И завершим тренировку выполнением мостика у стены. Любую тренировку можно провести в домашних условиях. Главное – желание. С вами была Галя Нормандская.